Значное слово «сынь». Слово «сынь» употребляется в большом количестве ситуаций. При этом чаще всего оно переводится на русский язык по контексту. «Сынь» – вещь в буквальном и переносном смысле. «I have packed my things in the bag». You have so many things on your desk. He told me many interesting things about his life. I've heard so many nice things about you. Thing – дело. I've got so many things to do today. How are things? Things – множественное число. Ситуация, дело, обстоятельства. Things are getting worse around here. Thing – кое-что, что-то. Let me tell you one thing. A thing – ни черта. Just don't tell me anything. You don't know a thing. First thing – в первую очередь. Call the doctor. I'll do it first thing in the morning. Подписывайтесь на наш видеоканал. И заходите на наш сайт englesecrets.ru. Мы откроем вам еще много секретов английского языка. Учитесь вместе с нами. И если вам понравился наш урок, не забудьте поставить лайк. Спасибо!